Вот и встретились. Я ему все рассказал. Не волнуйся, папа. Только что я посмотрела постановку пьесы «Вампирова старший сын», где главную роль сыграли студенты-выпускники школы имени Олега Табакова. Спектакль мне очень понравился, несмотря на то, что главную роль играли выпускники и люди, которых только ждет впереди карьера актера, артиста. Сыграли не очень замечательно, очень достойно, не скажешь, что они только учатся. Также была интересная интерпретация. По ходу спектакля были вставки из их личной жизни, из того, как они становились артистами, мини-интервью. Это было очень интересно наблюдать не только за жизнью героев Вампилова, но и за жизнью самих актеров. А какой путь они прошли для того, чтобы попасть в эту школу и начать свой профессиональный путь. А мне очень понравилось, что в спектакле принимали участие именитые уже актеры. Я всем советую к просмотру эту постановку. Ребята сыграли замечательно, так как это их дипломный спектакль. Я уверена, что все они получили свои пятерки. О своем отце я узнал совершенно недавно. От кого? От своей матери. Мою мать зовут Галина Александровна. С отцом она встречалась в 1945 году. Я посмотрела постановку спектакля «Старший сын» Кинешемского драматического театра имени Александра Николаевича Островского, режиссера Владимира Бровкина. Актеры играют сцена в сцене, и мне кажется, что для такой постановки данное исполнение очень подходит, так как история камерная, семейная, и благодаря данному приему актеры и зрители находятся ближе друг к другу. Так как наш просмотр был очень эмоциональным, интересным, к удивлению, хочется отметить, что режиссеру и актерам удалось приблизить творчество Вампилова зрителю даже через экраны мониторов. Важно не забывать об искусстве в столь нелегкое, столь непростое время. И хочется сказать огромное спасибо, выразить большую благодарность за такую возможность. Знаешь, от мамы, конечно, всего можно было ожидать. Ну такого? Кто мог подумать, что у меня есть брат? Да еще и старший. Я посмотрела постановку спектакля «Старший сын» театра «Лаборатория 307» режиссера Елены Толк. Меня впечатлила эта постановка, и стоит отметить тот факт, что даже через экраны телевизора ты проникаешься достаточно сильными эмоциями к актерам, и даже успеваешь породниться в некоторой степени с главными героями спектакля за все время. То есть, на мой взгляд, для человека, у которого действительно есть тяга к искусству, для него дистанционный режим не может стать помехой. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте! Не помешаю? Да вроде бы нет. Меня Семеном зовут. Семеном? Ну неплохо. И откуда же, Семен, вы знаете мое имя? Мы посмотрели спектакль «Старший сын» в постановке Московского драматического театра по скрипту режиссера Юлии Рыбаковой. Ну и поскольку большинство студентов сейчас находятся на дистанционном обучении, многие разъехались по домам в свои города. Мы решили с Сашей посмотреть спектакль вместе в Zoom-конференции и обсудить его, наши впечатления. Саша, что ты думаешь по поводу спектакля? Ну, я в целом небольшой фанат драмы и предпочитаю больше музыкальные спектакли. Когда я смотрела постановку, у меня постоянно возникали в голове сравнения с известным кинофильмом, где играли такие звезды, как Михаил Боярский, Евгений Леонов, Николай Караченцев. И по понятным причинам актерская игра в спектакле была менее яркой, чем игра в кинофильме. Часто казалось, что актеры переигрывают, пытаются изобразить какой-то ненужный надрыв. И в целом все это повлияло на мое общее впечатление от спектакля, и поэтому чувства смешанные. Не могу сказать, понравилось мне или нет. А что думаешь ты, Настя? Ну, я бы сказала, что не совсем с тобой согласна. Я считаю, что игра достаточно хорошая, поскольку актерский состав достаточно молодой, и видно, что ребята стараются. И, в принципе, я бы сказала, что мне все понравилось. Кроме того, я бы хотела обратить внимание на достаточно неординарную музыкальную подборку, музыкальное сопровождение, и также мне очень понравилось оформление сцены,
оно как бы нас погружает в атмосферу происходящего. Мы видим вот этот дом, чувствуем атмосферу, в какой-то момент тепло. Ну и в целом мне все понравилось. Спасибо, Настя, это был классный опыт просмотра спектакля онлайн. Считаю, что всем стоит попробовать. Согласна. Ну и потом в таких условиях это суперклассный повод, чтобы собраться и поболтать, провести время вместе. Нин, нашелся твой брат. Неужели ты этого не понимаешь? А ты уверен, что он твой сын? Да вы взгляните на них! Неужели не видите? Нет, не похож. Я только что закончила смотреть постановку «Предместье», поставленную Перским театром для нового зрителя, по пьесе «Иван Пилова. Старший сын». Собственно, что я могу сказать? На самом деле, признаюсь, перед просмотром я открыла афишу Перского театра для нового зрителя и видела, что в основном у них там юношеские и детские спектакли. Очень круто, что сейчас, благодаря фестивалю «Старший сын», мы видим взрослую постановку. Да, в современной декорации, с ноткой комедии современной, но, тем не менее, взрослым. Это помогает не только расширять кругозор зрителю, а также помогает узнать что-то большее, лучшее. И это очень круто. Особенно для юных, именно юных зрителей, потому что этот спектакль дает задуматься о взрослых проблемах и также о ценностях. Сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори о жизни, она умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да, жизнь, она справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться. А тех, кто сделал мало, и даже тех, кто вообще ничего не сделал, но рожа с чистым сердцем, она всегда утешит. Только что я посмотрела спектакль Александра Вампилова «Старший сын» в постановке Московского драматического театра «Сфера». И что я могу сказать? Прекрасный спектакль, прекрасная актерская игра. Александр Коршунов, режиссер спектакля, и художественный руководитель театра сообщает, что «Сфера» — это театр для людей и про людей. И тут нельзя не согласиться. Коршунову удалось воплотить идеи живого театра, отказ от традиционного разделения на сцену и зал, то есть создать атмосферу контакта с аудиторией. Даже когда мы смотрим экран через монитор, мы чувствуем атмосферу театра. Мы как будто находимся в самом театре. И когда в городе появился симфонический оркестр, меня туда приняли. Ты меня слушаешь? Да-да, пап, я слушаю. Вот. И сядь же. Я посмотрела онлайн-трансляцию спектакля «Старший сын» постановки театральной компании «Свободная сцена» в Москве. Мне очень понравился этот спектакль. Я хотела бы рекомендовать его всем. Он будет интересен и взрослым, и детям. Я очень люблю пьесу Вампилова. И эта постановка оправдала все мои ожидания. Благодаря этому я пойду и прочитаю ее снова. Я вам не сын. Что такое? Что это значит? Посмотрела постановку Олега Левакова «Старший сын» в рамках фестиваля «Одна пьеса». Хочу сказать, что помимо очевидно гениальной актерской игры труппы Череповецкого камерного театра, мне очень понравились декорации, которые сценаристы и постановщики использовали при создании этой пьесы. Очень рекомендую к просмотру. Правда, думаю, что образы Макарской и Васи должны были играть немного менее возрастные актеры. В целом, очень здорово, очень советую. Настоящий Сарафанов, мой сын, и притом любимый сын. Папа, а я, а Васька, интересно, нас ты еще считаешь своими детьми? Нина, вы все мои дети, но он все-таки вас постарше. Спектакль «Свидание в предместье», основанный на пьесе Александра Вампилова «Старший сын»,
является собой отличный пример классической театральной пьесы. Режиссеру Ирине Зубжицкой удалось воссоздать на сцене быт и интерьеры 60-х годов. Обшарпанные стены, металлические умывальники, граненые стаканы, клетчатые скатерти – все это возвращает зрителя в 60-е годы. Видна также и большая работа костюмеров. Все актеры и актрисы выглядят так, будто сошли с фотографий наших бабушек и дедушек. Они одеты в растянутые свитера, в широкие штаны, плащи, вязаные жилетки и платья модных фасонов. Несмотря на то, что пьеса была написана практически 50 лет назад, она до сих пор остается актуальной и интересной. Спектакль не отпускает буквально с первых минут и до финальных аплодисментов. Теперь я точно буду ждать окончания пандемии и схожу в театр, чтобы посмотреть этот спектакль лично.